Всем доброе утро. Всем привет. Мы по традиции выходим на бэк-ярд. И делаем утреннюю зарядочку. Да? Мы так всегда делаем. Очень чистые носки. Смотри. Хоча! Ну, давайте посмотрим, что тут у Лёшки в огороде есть. Помидорки, смотрите, растут. Маленькие такие, зеленые. Здесь какое-то дерево цветет. Это, по-моему, лимон. Если я не ошибаюсь. И вот тут рядышком еще это вроде бы грейпфрут. Ну, я не уверена, если честно. Но от него очень приятно пахнет. Такой запах, как жасминовый, что ли. Сладкий. Сирень. Или сирень, да, похоже. О, а это персики? Маленькие. Смотри, какие маленькие. Обычно мы к ребятам, когда приезжаем, у них тут что-нибудь созревает. В этот раз ничего нету для нас. Я нашла еще какие-то плоды. Только я не знаю, что это. Предлагаю попробовать и узнать. Есть у тебя какие-то догадки? Финики? Нет. Это арбуз. Или дыня. Ну, скажи, что это шутка, а то кто-нибудь не понял. Давай. Это шутка. Точно? Мы выбрались на улицу, чтобы позавтракать. Вот как бы мой завтрак. Это Катин. На базу? Смотри, похоже на божью коровку. Или это пресс? Это пресс. Видишь, 6 кубиков? Бутерброды из пресса. Вот Ване, конечно же, банан. В общем, ладно, мы завтракать. Всем приятного аппетита. Ну что, мы уже прощаемся с ребятами. Им большое спасибо за гостеприимство. Смотрите у Анютки вложики ее обязательно. Вот, мы уже поедем к нам домой в Лас-Вегас. Ребята нам сказали, что этот фрукт называется шизики. Как-то так странно. Не знаю, я не очень хочу, если честно, пробовать. Так что можешь, Лёш, не рвать. Они попросили меня пробовать. Попробуйте дома, попробуйте их дома. Они довольно вкусные. Я поняла, на что это похоже. Похоже на яблочное пюре. Вот. У меня такие есть ассоциации почему-то. Мы уже приехали полпути в Лас-Вегас и решили остановиться в Peggy Sue Diner, который был построен 60 лет назад, даже чуть больше. Это такая кафешка, и она какая-то очень разрекламированная. Тут повсюду стоят билборды, да, баннеры, вывески, прям на каждом километре просто огромнейшие. Типа Peggy Sue Diner, заходите быстрее. И мы решили проверить, что это такое, но есть мы там, скорее всего, не будем. Просто зайдем, посмотрим, потому что это какое-то там такое популярное место, в общем. Peggy Sue. Так, ну-ка, куда ты? В бар хочешь или пойти туда? Здесь можно купить мороженое, шейки или даже еды. Ну и также тут сувенирный магазин. Тут типа такое Мэрилин Монро, Элвис Пресли. Ну вот как раз 50-е годы. Здесь все в стиле 50-х. Кстати, вот продаются старые напитки, типа old fashion. Плакат Элвиса Пресли. Музыка, кстати, здесь такая же играет. Король Элвис Пресли за 50 центов может погадать вам и предсказать вашу судьбу. Здесь прям старые вывески из газет про это кафе. Вообще, такие кафе в Америке называются дайнер. Что, пойдемте вовнутрь зайдем? Mm-hmm.
Такие тут прикольные официантки. Так-то необычно вообще. Забавно, что один зал светлый, другой темный. Прикольно, да, как в кино? Да. Здесь столько много залов. Нифига, я думала, что оно меньше намного. А? Я думала, оно меньше намного. Тоже, офигеть, сколько народу. Он Элвис Пресли. Я знаю его. Марлин Монро. Все ходят, снимают. Все. Все, что можно. Мне кажется, надо посмотреть меню, показать вам. Что здесь? О, Пегги Сью, смотри, 1949 год. 2 года было ей. Это ее наряды. А вот она уже взрослая. Вот такое вот здесь меню. И много разной нездоровой еды. Сэндвичи, что здесь? Вот интересно, здесь есть милкшейки? Да, вот они. Разные. И еще один зал. Здесь никого нету. Забавно. Здесь пицца. Здесь только пицца? Забавно. Пойдем, выйдем на улицу. Ого, смотри, автомат какой старый. О, интересно, он работает? Здесь музыку можно выбирать. Смотри, Элвис Пресли. Какую-нибудь песню. Мне кажется, можно. Какая-то старая. Старые разные пластинки. Это я нажимаю. Первый раз такой автомат вижу. Утолили свое любопытство к этому месту, потому что миллиард раз проезжали, и все время было интересно, что же там такое. Ну и едем дальше домой, нам еще ехать 2 часа 11 минут, 153 мили. Ребята, всем привет! У нас уже наступил следующий день. Мы вчера очень сильно устали. После дороги отдыхали. И сегодня решили, в общем, совместить 2 влога в один день. И хотим вам сейчас показать, что же нам подарила наша подписчица Валя. Просто мы до сих пор не открыли и не знаем, что там. Все потому что, чтобы это сделать на камеру. А мы обычно приходили уже вечером без сил. В общем, наконец-то мы открываем ее подарочки. Ну что, Пашулька откроет сейчас первый свой сначала подарок. Это мой подарок? Да, на день рождения. Да, Валя сказала, что он какой-то странный. Если мы не поймем, что это такое, то надо будет позвонить и спросить, что это. Там открыточка еще вот тут. А я думаю, что такое. Кораблик. О, смотри, он 3D. Прикольно, красивая такая. Так, что тут написано, я не покажу. Не покажу. Что же там такое? Ну же! Что это такое? Это коробка. Нет, ты его знаешь по названию? Можно догадаться? Ну нет, конечно. Ты понял, что это? Нет. Это для наушников, наверное, подставка. Так, а ты что подумала? Я вообще не знаю. Смотри, во-первых, она как овен. Видишь? Фигура. Да, кстати. Мне почему-то кажется, что это для наушников. Вот сюда наушники ставятся. Показать? Кстати, да. Вот так должно быть. Классно. Подставка. Так, ну я сейчас еще у Вали уточню. Скину ей фотку. Спрошу, правильно? А нет, мы поняли. Ну ты вообще догадливый. Я профессионал. Да, ты же думал, что это на шею так надевается? Да я вообще не увидела еще сначала. Валя только что подтвердила, что мы правильно поняли, что это подставка под наушники. Вот, и там еще подарочки есть. Ай, какая прелесть, смотрите. Маска единорога. Подожди, я ее достану, чтобы ее лучше было видно. Какая она прикольная, да? Угу. Классная?
Очень классный на день. Все, нам надо теперь вызов снимать. Срочно какой-нибудь такой смешной с масками. Здесь еще игра. Кошка. Да, кошка называется игра. Валя нам уже немножко рассказала про нее. Обязательно поиграем. И здесь еще мыло. Смотрите, на палочке как мороженое выглядит. Прикольно. Написано «Не ешь» с дыней. Ой, я чувствую, пахнет. Спасибо большое. Игру не буду сейчас открывать, потом как-нибудь обязательно во влоге покажем, как мы в нее играем. Мне очень нравится эта упаковка. Да. Прикольная такая. Там кошка внутри. Ну, а смысл игры, я знаю, что надо там что-то рисовать, к кошкам что-то подрисовывать. В общем, вот так вот. Валя, спасибо еще раз за подарки. Нам с Катей очень приятно. Мы, кстати, приехали в самое настоящее лето. На улице 30 градусов. Прям, я бы не сказала, что жара. Для Лас-Вегаса это еще не жара, но очень тепло. Вот. И на сегодня очень много дел, и мы немного хотим отдохнуть от камеры. Вот, поэтому будем, наверное, уже на сегодня прощаться с вами. Так что всем хорошего дня и пока-пока! Пока-пока! На пех всегда так вот по консистенции похоже. По консистенции. Я сейчас нахожусь в туалете, и даже здесь висит Элвис Пресли и подсматривает за всеми, как они сикают.